Да, мы заказали сыр, взяли одну упаковку, позавтракать в кафе недалеко от нашего нового iHome, да? Отвратительный отель по сравнению с предыдущим гестом, в котором мы останавливались. Грязные сортиры, помойка вообще лютая, никто не убирается. Такое ощущение, что все вот так вот взяли и положили, короче, на уборку или там смену белья, полотенец и т.д. и т.д. Но мне это белье поменяли, а вот ребята не так сильно уверены в этом. Вот, заказываем кофейчубу, завтрак и двигаем в сторону Нячан. Там просто овсянка. Смузи. Сэр. Нет, овсянка со смузи внизу, ну и кусками фруктов. Mm-hmm. Катя, ты же лопнешь. Мы тебе поможем. Деточка. Я тебе помогу. Боже мой, боже мой, как это сожрать? А, это кофе вьетнамский, по-вьетнамски. Кафе Сада. Шучка. Что изображено на картинке. Да. Я же там эксперт местного уровня. Лучше, чем наркотики, Катя. Определенно. Лучше, чем наркотики. Приятного аппетита. Аппетита. Приходи на смузи, Лёха, с МДМА. Лёха, смузи. Смузи с МДМА? О, черт побери, это надо попробовать, что-то новенькое. Да, мы что-то брали. Там было с авокадо, но я выбрала вот такое. Мы еще и с авокадо выбрали. А Лёша, что, только водичку выбрал? Нет, омлетик у него будет с кипочкой. Я-то думала раскидать это, ну ладно, забыла на тарелку, чтобы удобнее было. Нормально? Нормально. Люди же должны знать, что мы едим, а? Да, это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Это главное вкусно. Крайне важная информация. Это важно и вкусно. Накинулись. Как играют на пианине в четыре руки, они вот жрут. Четыре руки с беконом, да? Вот мы и позавтракали, было вкусно, но не дешево. 445 деньгов на всех. 445 тысяч деньгов за всех. Решили мы немножко передохнуть. Ну а как же, с набитым пузом сразу в путь. Нет, надо передохнуть. Придохнуть мы это. Всегда успеем, слышите, всегда успеем. Трищ! Какой мишка клевый. Фух. Приезжая мимо всего шикарного пляжа, мы просто не могли не тормознуть, чтобы искупаться. Фух. DIY. Зеркальце наконец-то доделает Лера, да? Супер зум! Ладно, ладно, ладно. Делай свое мокрое дело. Вот, все. Одеваемся, собираемся, прыгаем на байки и погнали в Нячан. Извините за качество видео, на моем пикселе закончилась память, поэтому приходится снимать на рабочий ряд. Камера говно, зато батарея хорошая. PCX3. По старой буддийской традиции, в 12 часов дня надо поспать. Да, Катя? А сколько? Не знаю. Че, денег надо? Денег надо. Ой, уже без 20 даже. Без 20 что? Час. Час дня. Вот всякие напиточки здесь. Напитки по десятке. Как говорится.
Ой, малой бегает, ходить учится. Вот такая вот придорожная лежанка. Ехал, вез что-то свиням. Эй, голубя, нафига. И взял природу. Ветряки! Ветряки! Возвращаемся в участок. Через фаранг поехать его по береговой линии. Вот здесь такой вот полуостров небольшой. Природа, красота, ляпота, скалы. Скалы, конечно, приезжайте в Огненном. Как вы видите, мы приезжаем в ветряки под фанрангом. Фанранг вон там вот у нас. Вон, те скалы — это заповедник Винхи. А здесь ветряные мельницы. Clear energy. Future. А мы приехали на бухту Винхи, заповедник Нуйчо. Вот такая вот здесь бухта рыбацкая. Ребятки фоткаются, стоят. И наши три белых ПСХ. Брыкается. Их я дальше, не узнать, что они белые. Я, короче, это буду. Хорошо вам? Да, очень. Как поездок? Супер. Чудес? Супер. А что, мы заработали себе машинку? На другую. Нет, еще ты что? За железную жопу надо постараться. Надо, а Red Bull можно? Red Bull? Без Редбула жизнь не это. Вот рис, да? Вкусный рис, я более скажу. Очень вкусный. Сейчас любой рис будет очень вкусный. Даже пустой просто своим соусом. Мой любимый. Ком и съел. Вы знаете, как это самое склеить девочку во Вьетнаме, да, теперь? Даже за рис готовы на все. Ай, вкусный пустой рис с соевым соусом. Что? Я говорю, если козу еще на задний двор разрешишь, то вообще сказка. Ладно, коза — это лишнее. А мы рядом с аэропортом Камрань свернули во вьетнамские кварталы и здесь решили заказать поесть. Я, собственно говоря, взял устриц и бол-а-лот, говядина, завернутая в этот самый виноградный лист. А ребята взяли супчик лау. Это вот морепродукты тут всякие, рыбка одна, голова, там всякие эти самые фрикадельки. И вот тут вот бульончик, да. Вкусные, ароматные вот крабики, короче, кровитосы, лапшичка. Будут сейчас лопать. Все рады? Да. Катя, ты рада? Безумно. Эй! Праздник живота!